Газ для населения может подорожать уже в апреле. Об этом со ссылкой на свои источники пишет интернет-издание «Украинские новини». Кабмин предлагает МВФ увеличить цену голубого топлива ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет. То есть резкого скачка не будет. Но арифметика такова, что уже к октябрю следующего года расценки увеличатся примерно на 16%. Вместе с тем правительство разработало план по переходу к рыночной стоимости топлива. Есть два варианта. И оба предусматривают сократить на четверть количество тех, кто получает субсидии. Но только в том случае, если и потребители, и Теплокоммунэнерго будут использовать сугубо украинский газ. Ранее, напомню, в правительстве обещали, что цена на топливо в этом отопительном сезоне расти не будет.